О чем мечтают дети накануне Нового года? Конечно же, о том, что добрый Дед Мороз не оставит их без своих щедрых подарков. И еще о том, чтобы покружиться в веселом хороводе возле красивой нарядной елки. По уже сложившейся традиции, игровые программы для детей проходят не только на Театральной площади, но и во дворах многоквартирных домов. На одном из таких представлений побывала и наша съемочная группа. Новогодние праздничные мероприятия для славянской детворы, которые проводятся по месту жительства, уже стали в нашем городе доброй традицией. Отдел по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту Славянского городского поселения, а также молодежный совет при главе города и волонтерский клуб «Синергия» провели игровые программы «Елка нашего двора», на одной из которых во дворе многоквартирного дома по адресу улица Батарейная, дом 381, и побывала наша съемочная группа. У высокой елки, настоящей лесной красавицы, собрались мальчики и девочки со всех окрестных домов. Дед Мороз в красном кафтане и с большой белой бородой поздравил ребят. С Новым годом поздравляю, всем здоровья вам желаю. Вот я к вам пришел опять, будем песни петь, плясать. Станем дружно в хоровод, славно встретим Новый год. Дети не остались в долгу и стали читать Дедушке Морозу замечательные новогодние стихи. И девчонки, и мальчишки любят праздник Новый год. Волк и заяц, ежик с мишкой стали дружно хоровод. А что за праздник без хоровода вокруг елки под любимую песню многих поколений? Конечно же, это «В лесу родилась елочка». Дети отгадывали загадки, участвовали в интересных конкурсах, танцевали, словом, веселились вовсю. Им в этом помогали молодежные активисты и волонтеры. Вот у нас скоро Новый год, почему бы не принести радость детям, не поздравить их, не подарить им подарки, не дать им возможность встретиться с Дедом Морозом. Новый год – это праздник для всех. Родители радовались вместе со своими детьми. Мы живем здесь вот во дворе, только недавно переехали, и очень понравилось, потому что действительно для детей все делается. Вот, это спасибо администрации, что действительно подготовились, сделали вот так вот. Поэтому и мы приняли участие. Новый год – один из самых любимых, долгожданных и душевных праздников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, что сбудутся наши заветные мечты. Я люблю Новый год, потому что, во-первых, это праздник, а во-вторых, когда письмо ложишь под елку, утром просыпаешься, и твой любимый подарок, что ты хочешь, приносит Дедушка Мороз. Я всегда с радостью жду Новый год. Новый год для меня – это исполнение желаний, получение подарков. Я очень люблю Новый год, поскорее бы он уже пришел. Новый год уже несется к нам на всех парах, до его прихода остались считанные дни. Так пусть они будут наполнены для всех и прежде всего для детей только самыми приятными и радостными хлопотами. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».